Не надо деревянный. Лейкита! Это твой праздник? Вадим, скажи, когда твое будет. Да, да, вам. Ты сразу должен понять, потом будет. Ну я понял. Тоже мое сразу должен понять по моему празднику. А тут надо было в битбатле построить что-то на тему праздник. Угадай, что я построил? Это с двумя круглыми овалами и с одним большим овалом. Короче, смотри, два квадрата и прямоугольник. Ну это по Майнкрафту. Да. Вот. Вадим, праздник нам приходит. Някит, просто 10 из 10 ставь. Да на тебе просто 10 из 10, да. Я неплохо поставил. А мой праздник прошел, Вадим? Нет, пока. А? Фигня ставь, Никит, фигня, 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 фигня. О, Вадим, праздник к нам приходит, праздник к нам приходит, это мой. Тут красивый такой праздник у меня. Вадим, правда красиво? Я топово поставлю. Ну, 10 из 10, да? Для того, что... люди, которые не работают на самом деле. Они по документам числятся. Да. По документам они числятся, им идет стаж. А их на самом деле нет. И
двое, у нас три. Чу, серьезно? Это какашка выиграла. Давай заходи в билд 2 там. Вадим, Вадим. Заходи мини-игры и заходи в билд батл, потом быстрый старт. Это Вадим, потом... Го это лучше на B20? Да ну Го. Да пошли, что там построиться, что за B20? Ладно, Го B20. А... Заходи в меня там B20. Ну на какой? Вот Го карта башенка. Башенка. И на какую башенку? Где 3 из 16. Даша, где зарядный? Выбрать команду. Я за желтую захожу. Я пошел ходить снова. Вадим, какие желтые штанишки. Башенки. Мама. Где 7 из 16? Сам первый. 7 из 16. Заходи за желтый. Заходи, это, выбирай перо и заходи за желтый быстрее, пока время. Это ты? Карлерс. А. У меня точно такой же скин и точно такой же ник. Да не, не хочу я есть. Дашка, в какой бы веке ты попала на какую-то? Блин, да блин! Я не так прыгнул, надо было два раза... Да. У меня, блин, еще FPS проседает. Куда? Никита, желтые трусы. А, Вадим, желтые штаны. Одна. Лай. О, неразрушимые. Деревянный меч, чё? Так, стоп. Броня. Золото? Что? Да. Что? Опа. Обновки. Готово. Просто 25 бронзы для 16. Мне надо бронзы 64 штуки. Иди, блин, нафиг, отцу дай. Это я. Белый. Да мне надо, блин, 64 бронзы. Уйди. Еще 4 штуки. Чё? Ты ботинки, да, себе покупаться решил? Да, ну да. Чё на? Тут улучшать себе! У меня дай. Вот смотри, я улучшил, мне дали кольчужные поножья и кольчужные ботинки. А? Что ты там ботинки? А нахрена тебе? Серьезно? Они у нас дерьмовые. Дайте 5 бронзы, пожалуйста. А смысл покупать желтую шерсть? Уйди. Один кусочек, да нахрена? Он
просто без изюма. А? Ой, без 15,9. Да. А тут, пацаны, тут можно себе за стак бронзы купить лук обычный, ну, не зачарованный. А стрелу? Стрелу только за золото. И, кстати, тут, по-моему, 8 золота дает. Одно золото нужно и 8 стрел дает. Тут, по-моему, по таким этим. Вот это, кстати. Что, серьезно, у тебя нет? Да, уж, ай. Да, побудем. Что? У меня багнулось, и я упал. Блоки багнулись. А? Кстати, тут блок? Броня не падает. Тут броня, кстати, не исчезает. Это читерство вообще. Читерство. Серый? Расскажу. Отчего? Да ладно, у тебя же ничего не исчезло. Так, еще. 4. 3. 2. 1. Все, железный меч есть. Есть 25 серебра. Даша, тебе Алина прислала. Некий, ты охренел, петух. Все золото высохло, пылесос. Ой-ой-ой, пожалуйста, не лагай. Так, сейчас. Сейчас надо броню проверить. О, пацаны, надо это... Надо обсидиан это покупать, чтобы кровать заставить. Есть? Так. Пацаны, я иду, у меня есть 9 золота, я иду покупать обсидиан. Что? Тут за 10 золота дается лук на силу, или можно купить лук на силу за 25 серебра? Так, 4 обсидиана за 8 золота? Ну, серьезно? 4. Так. Некит, будем обсидианом поставить? Что? Серый, будь на базе, короче, я тебе сейчас все золото скину, но не трать его, мы обсидиан попадем. А я сейчас, короче, кое-что куплю. Это, вы не можете покупать эту вещь. Почему я не могу покупать эту вещь?
Так, обсидиан сейчас. Пацаны, купите мне, пожалуйста, какую-нибудь кирку шлакову. Уже не надо. Я уже сам рукой раскопал. Так. Надо какую-нибудь конченую кирку. Вот, эффективность дома. Некий, собирай. Тихо, прыгнул кто-то. Я убегаю. Валю. За мной, кажется, бегут. А! Вроде не скинули. У тебя золото серый, не надо. Иди сюда, серый. На, держи. Покупай их. Некий. Два золота дают, пацаны. Золото не исчезает, только... А, кстати, у меня меч сейчас, я случайно. Стой, дай мне... Иди вот сюда. А, так. Иди сюда. А, пойдем. Сюда, скидывай мне обсидиан. Серый. Ты мне обсидиан вот скинул? Теперь все железно, но не трать его, пожалуйста. На. Вот тебе золото. Вот тебе франца, вот тебе железо. На базе заранее приходи. А мы в бой с ним. Сначала я меч кинул. Да. Ай. Да, добываем. Умираем на что? Восстановление через... Вот это тупо, а, восстановление через 3, 2, 1. Мне бронза теперь надо на меч. А то у меня что-то деревянный один меч. Там с луком чел, блин, конченый. Меня опять слили. Надо на синего строиться. Он вообще мурашный. Да как? Стрела. Да у них мразь с читами. А ты записываешь? Нет. Ты что, мажор, что ли? Быстрей. У нас есть, два есть, три есть, четыре есть. Можно еще одну карту, пожалуйста? Не буду. Да, надо вставать. Чего раньше? Честно? Ты меня сейчас сольешь, я вас уйду. Давай, быстрее. 16 золота, 16, Карл. Все вместе.
надо. Вадим, ты посередине, кстати, не ломай вот этот стол, потому что он наоборот тебя будет защищать. Надо пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ставляем. Это. Сюда. Так. Вадим, посередине да, ломай но... стол. Ты что стоишь? Да. Я? Ах ты ж. Ух. Так, золото собрал. Бегу, даже. Бегу, съел. Вадим, Вадим, ты у меня так жестко залагал сейчас. У меня просто в воздухе висишь. Мне сейчас хочется нажать на К и сказать ему, как эта мразь мне жестко подосрала. Наш желтый мне так дико подосрался. То есть я бегу, я хотел... Нет, я про нашего. Я бегу, я... Да. То есть смотри, прикол. Я бежал... на красном. И эта мразота, то есть сломала эти... Минус красный. Теперь остались только мы синие. Мы синие слили вообще. А все, мы выиграли. Так, минус один. Минус два не сделаю, пацаны, все. Я сдох. Так мы их убили или нет? Одного слил я. Один, наверное, слил. А где он? Красный остался. Вадим, пожалуйста, подбеги ко мне, на тебе золото все. Я нет. Сам забирай. Так, на территории. К нам же, по-моему. Что? Я, по-моему, знаю, где это. Он на стороне синих, да? Надо прочекать, да, синих. И надо прочекать вверх. Я на зеленых. Серый, собирай все золото. Вадим, давай ты это.
Я знаю. Ты это избу, что ли, в холодильник убрать? Кого? Ну оставь я сейчас. Ты не Ой, пацаны, он наверху, он на меня, пацаны. Я, подожди, у него алмазный меч, у него алмазный меч. У моего какой-то вот меч. Так, и сколько там надо золота на алмазный меч? 20 золот, это изи. Возьми Вадиму золото. Ну, золотой, ой, алмазный меч. Так надо лучше еще бронзу алмазную купить, чтобы вообще расхлебнуть. Пока это, пока не надо. Надо еще это. Посмотри, сколько брони алмазная стоит. А? Нет. Нет, я не. Нет, я... он мэр де 1012. У меня мёртвый 1112. Так мне надо золото. Посмотри, сколько алмазные, то есть это, алмазные ботинки. Не, мне надо алмазку еще. Ну, наполовину. Посмотри, сколько стоит. Только не покупай. Потому что мне надо. Так, пацаны, он на нашей базе, походу. Его нету наверху. Наверху добил. Ах, ты маленький засранец. Наверху бежал, да? Всё, я бегу. Так, это красное? Сейчас я бегу. Это побежали. Потом скинешь мне алмазный меч. Так, сейчас. Мне надо купить. Есть? Давай, скидывай. Алмазный меч. Ты скидываешь? Либо... Так, сейчас надо. Лети, тварь. Да! Красавчик. Сдохну я. Да, мазапака. Мне 78, да. Да, мазапака. А как да. Можно узнать, сколько он убил? Пацаны, я сейчас тут... Да не, сейчас... не монет, сколько ты убил. Так, книга... Ровно. Не заходи, сейчас... Так, меню игр, а сражение в Ниве, так. Скайварс. Ну-ка, посмотри на него. Чё? Синяк, что ли? Да нет. Дрался, что ли, с ним? Нет. Он был припухший. Да не знаю. Да не знаю. Если не знаю. Пацаны, что еще раз? Мне залагало до жопы. Мне лагает до жопы, пацаны. У вас тоже? Mm-mm.
Это, пацаны, пацаны. Заходи в Бедварс. Сейчас, погоди. Ты дура, зайдешь, нет. Бедварс, зайди, идиотка. У меня не нажимается.